Друзья, всем привет! Мы находимся с вами на ярмарке декоративных птиц. Рад всех приветствовать на своем канале. Сейчас сделаем экскурсию, посмотрим птиц и животных и цены узнаем. Адрес ярмарки: Речная, 6, город Кропоткин. Вот такие вот интересные собачки. Тойчики. Тойчахуа. В какую цену такие малыши? Подскажите, пожалуйста. Почем ваши собачки? 5,7. Такие вот малыши. А котята почем? От 500 рублей. Сколько? 500 рублей. Котятки от 500 рублей. От 500 рублей. Это хищники охотятся на попугаев. Кто держит попугаев, надо как-то учитывать эти нюансы. А они мышей будут ловить? Не, руками. Мышей будут ловить? Нет. Мышей не ловят. Все ясно. Надо пальчики говорить. А рыжие в какую цену, котята? 800. А они мышей ловят? Ловят. А попугаев? Попугаев поймают. Поймают? Все. Интервью берешь? Ага. 100 рублей тебе. С вас? Тебя. Сейчас 100 рублей. Уважаемые подписчики, надо скинуться на интервью. А почем ваши собачки? 8. А возраст какой у них? Месяц и 20 дней. Уже прививочки сделаны все, да? Нет, еще без прививок. Все, ребят, 8 рублей. Интервью бесплатно теперь. А то там надо 100 рублей, сказали. А почем у вас волнистые? 500. 500 рублей. Так. Друзья, вот ожирелый попугай молодежь. По 12 тысяч имеются на выставке. Также корма большой ряд. Друзья, выставочные волнистые. Цена ориентировочная 5-6. Вот красавцы, видите? Здесь певчий попугай. Цена 2500-3000. Завтракает яблочком. Так, есть кокарики редкой расцветки. Вот этот 8, а вот эта пара 25 стоит. Друзья, приобретаем, потому что осталось 2 только. Декоративные певчие птицы и корм для этих птиц. Мучник. Вот такие вот канареечки. Самочки по 1000 рублей. Вот тоже интересный попугай. Друзья, перед нами Розелла пина... Друзья, съемка прервалась, она меня укусила за палец. Ну, слава богу, крови нет. Короче, вот так вот пальцы сувать не надо. Укусила за палец, мама дорогая, кто бы мог подумать. В какую цену соломенные розелы? 12,1. Но он кусается, надо дешевле. Он меня укусил за палец. Так, а это у нас ожерелый самец. Видите, у него какое ожерелье, как бусы черные. Ожерелый в какую цену? 15. Так, а это баурка, по-моему, да? Это вот баурочка. Попугай порода баурка. Сколько стоит? 4. Все, спасибо. Так, вот монахи. Зеленый и синий. А можно цену на монахов озвучить? Зеленый 12, синий 14. Монахи хорошие, они не кусаются, они могут говорить, хорошо очень приручаются. Птичка интересная. Очень умные. Не такие кусучие, как вот эти пенантовые соломенные. Надо же, кто мог подумать, я чуть телефон не уронил. Вот, вот, пожалуйста, оказывается, не так уж легко тут. Одни просят 100 рублей за съемку, у других птица кусается. Надо, в общем, беречь себя. Все, спасибо. Пойдем дальше. Также на выставке, смотрите, есть и кролики, и молодая курочка. Кстати, надо будет
Думаю, этот раз купить себе курочек. Сейчас будем приценяться, смотреть. Хочу завести курочек. Канареек развел, попугаев развел. Теперь курей возьму, будут куры меня разводить. Ну, посмотрим. Ладно, тут что-то занято. Пойдем в другое место, будем цены спрашивать на курей. Несушка меня интересует. И мясоичная порода. Так, идемте, где меня встретят более радушно. Кстати, друзья, вон там баня, я не стал близко подходить, потому что банщик уже меня веником мокрым гонит. Говорит, уйди отсюда, почему-то вот не разрешает. Друзья, вот нашел амадины выставочные, зебровые, крупные, 500 рублей один, малыши. Видите, малыши еще, кончики клюва черные, но это крупные. Один 500 рублей. Так, это острохвостые, да? Острохвостые, а то корниболобые. Острохвостые и корниболобые. И почем они? Корниболобые самцы по 2 рубля. Корниболобые по 2 рубля, а острохвостые? 3000 пара. 3000 пара. Это короткохвостые. Так, здесь короткохвостая амадина. Цена? 3 пара. 3000. Друзья, по амадинкам можете в комментариях написать, я вам номер дам человека. Что это? О, неразлучники, смотрите, какие редкие цвета. И почем они? 3. 3000. Один. Пара. А, 3000 пара. Вот, друзья, подешевели, надо брать, пока подешевели. А вот ни головы, ни ножек. По-моему, это ежик. Африканский. Африканский ежик. Вот, к нам приполз. Сколько он стоит? 2500. Африканский ежик 2500. Идем дальше, спасибо. Ежик хочет попозировать. Есть уникальная возможность сейчас посмотреть вот специально. И рука не вылазит на руке. Он колючий, да? Бабах. Вот он какой. А мышей ловит, да? Нет, я не давал. Или в Африке мышей, наверное, нету. Там попугаи. Все, идем дальше сейчас. Насмотримся. Он боится, наверное. А ну, подмигни глазом. Все. Друзья, вот козлята. Клетка 20 тысяч, если оптом. В розницу по 800 рублей. По 500 рублей есть. Тут надо смотреть. Вот потолще, вот похудее. Вот видите, вот экологически чистое все, вот с полу поднимает, а с полу не ест, говорит, с полу не ем, только чистое надо давать. Рисовочки 600 рублей, 500 рублей, помоложе по 500, постарше по 600. В какую цену такие петухи? Такие по 1000 рублей. По 1000 рублей. Вот эти 700. А вот маленькие по 700 рублей. Кролики в ассортименте тоже есть. Рисовки белые по 800. Выставочные или радужные. Да, это скорее всего радужные. По 1000, певчий 2500, самец. Друзья, вот перед нами первый раз такое вижу. Это брудера для крупных попугаев. Можно выкармливать жако, какаду, ара, розел, карел, волнистых, кто что хочет. Но это, в общем, смотрите, сделано все как положено. Влажность, температура, все электронное. Настройки, всего 3 кнопки, очень просто пользоваться. Ручки вот так открываются, раз, и там попугайчик у вас на сидит. Магнитах. Да, на магнитах. Сейчас, вот тут, видите, все сделано качественно, хорошо. Номер телефона скажете, может, кому надо будет, позвонят. Давайте я озвучу. 8-900. 134-0485. Кого спросить? Роман. Вот, пожалуйста, друзья, кому надо, кто сделать не может, звоните, человек сделает вам, и будет у вас все хорошо. Все, спасибо. Друзья, карел нашел. Цена на карел 3000. Смотрите, сейчас так вот раз, и карелы проснулись.
Сегодня пасмурно, птица немножко подсыпает. А здесь фазанчики. В какую цену фазаны? Почем фазан? Доставка до Москвы так, бесплатно. Фазан 2000, доставка до Москвы бесплатно, а из Москвы уже будет платно. Идем дальше. Вот здесь такие куры. А почем ваши куры вот эти крупные? А маленькие? Это когда вырастут, будут такие, да? Маленькие 400, а большие 1500. И по 2. Вот по 2. А вот смотрите, какая красота. Пестрая розелла, цена 4800, 5, в зависимости от размера. Молодые 4800, взрослые 5. В ассортименте клетки. Вот так стоп-кадр делаем. И потом уточняем по комментариям, какую клетку надо. Я вам цены скажу, сейчас попробуем узнать. Тут и гнезда, тут и корм на россыпь. Вот такой пакет корма 100 рублей. Плюс почтовая доставка. Сейчас я мастера найду клеток. Скажите, почем такой западочек? Сейчас он освободится. Западок в какую цену? 700? 700. Друзья, вот такая вот квартира. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 отсеков. Сколько стоит и размер? Можете озвучить, пожалуйста? Размер 75 на 64. 75 на 64. 3000 стоит. Вот, 3000. Я уже запомнил. Поддоны вытаскиваются, вот, все чистится очень хорошо. Раз. Ставим. Так. А такие в какую цену клеточки? 1200. 1200, вот, пожалуйста. 1100, 1200, вот к ним причиндалы. Вот 1100 эти, вот, и 1200. А с какого материала сделаны? Ясень и бук. Ясень, это бук. А вот такая игрушка сколько стоит? Это 500 рублей. Бук. Это для кого она? Переноска. А для какой птицы? Для любой. С мягким потолком или тут не мягкий? Нет, потолок? Это жесткая. Сейчас откроем, посмотрим. А, тут на пружине, вот, видите. Вот так раз, тут так раз, и все. Там 7 рублей. Вот они, щеглы, смотрите, какие хорошенькие. Чижики, зяблики. По 100, по 150 рублей. А в какую цену щеглы у вас? 150. А, щеглы 150. Да, 150. Так, вот такие канареечки, смотрите. Самцы по 2000. Вот внизу сидят, вот тут уже забрали. Самочки по 800 рублей. Молоденькие. Идем дальше. Друзья, вот неразлучники по 2000. Это фишер. Мутация фишера. А вон масковый один бегает, по-моему. Вот они. Друзья, кокарики. По 3000. Да, 2800. 2800. Задремали. Холодно. Ветер дует сильный. А вон даже трехцветную кошку продают. То есть кролика трехцветного. Думал, кошка сперва, сразу не узнал прям. Сейчас узнаем, что потом, почем такой стоит, что это за порода. Друзья, это кролик породы рексы. Цена 2500. Это вот девочка сейчас трехцветная. Красотка. Я первый раз такое вижу. Это у вас куры серебро, да, вот сейчас кидаете? Да. И почем они? По 150 рублей. А возраст какой? 2,5 месяца, 150 рублей. Вот думаю, или таких взять, или таких. А это доминанты, если не ошибаюсь. А доминанты в какую цену? Все по 150. А, все по 150. Значит, доминанты, адлерское серебро. А это рыжая, как порода называется? Кубань или...
Рыжая порода как называется? Кучинка. А, это кучинка. Кучинская. Кучинская юбилейная, все понял. Не хочу кучинскую, что-то мне не понравилось в прошлый раз. Так, будем сейчас курей еще убрать, наверное. А почем у вас волнистые? Здрасте. Почем? 400 рублей. Одни девочки остались. А, нет, вон мальчик один есть. Взросленький уже. Два пацана и девки. 400 рублей. А почем ваши выставочные? Волнистые. Пять пара. Три пара. Вот такой вот три пара. Ой, 3-1. Три пара, говорю. 1-3. Здесь пара 5000. Здесь пара, хозяин сказал, 5. Вот так вот видно хорошо. Так, вот сливоголовый. А сливоголовый почем? 15. Маленький. 15-1. Это самка. Самочка. У самца голова более ярко-красная. Thank you.